Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит, вам нужна работа. Есть предложение по работе для строителей общестроительной сферы, то есть нужны люди, универсалы, которые бы могли и шпаклевать, и красить, и гипсокартон собирать, и, может быть, какие-то кирпичи ложить. Вот. Значит, есть предложение. Человеку нужны рабочие, 13 злотых на старт. 13 злотых на старт на период проверки. Проверки человека на то, что он умеет и как он умеет это делать. Вот. Значит, работа в Гданьске. Если вы уже в Гданьске, будут номера телефонов в Польске. Если, может быть, вы только собираетесь ехать в Польшу, я оставлю номер Viber в описании к видео. Значит, что? Человек не говорит по-украински, говорит только по-польски. Если у кого-то будет, ну, может быть, какая-то проблема с польским языком, то будет два номера. По одному можно будет поговорить по-русски со мной, по второму по-польски с человеком. Вот, значит, что, часто задаваемые вопросы еще есть, сразу хочу прояснить эти моменты. 13 злотых на старт – это на период проверки. Или бенджи справдзения часу. Чего? Два-три тигодня. 2-3 недели придется вам поработать по 13 злотых. Для того, чтобы человек-работодатель выяснил, насколько вы специалист, насколько вы профессионал своего дела, чтобы далее уже назначить вам ставку. Значит, 13 злотых – это зарплата чистыми на руки. То есть, как говорят, нет-то. Так? Да, нет-то. Значит, работа официальная, делается карта, делается умова о праце. Вот, платятся все налоги. Вот, что еще? Значит, жилье. Жилье снимается самостоятельно. Ну, может быть, поможем жилье снять. Вот. Жилье оплачиваете сами. Питание тоже, проезд до работы тоже, все оплачиваете сами. Вот. Ну, в принципе, вся информация. Ждем звонков от вас.